Новая государственная программа «Жилье для российской семьи» стартовала. Ее подхватили передовые надежные застройщики. Участником программы в Димитровграде стала группа компаний «Базис». «Базис» – это единственная компания, которая аккредитована по федеральной программе «Жилье для российской семьи». И все, кто подходит по данной программе, могут купить жилье по льготной цене в жилом комплексе «Порт». Программа «Жилье для российских семей» дает покупателям большие возможности. Желающим приобрести квартиру нужно быть обладателем материнского капитала или считаться представителем многодетной семьи. Также бюджетники могут написать заявление и стать участником этой программы. Это значит, что есть возможность купить квартиру по льготной цене в тех объектах, которые аккредитованы по программе «Жилье для российской семьи». Такая возможность теперь есть в Димитровграде в жилом комплексе «Порт». Я сразу узнала, как можно распорядиться материнским капиталом. И у меня две хорошие новости. Одна – это материнский капитал можно как первоначальный взнос использовать, либо вторая новость – это по льготной цене можно приобрести квартиру в жилом комплексе «Порт». Обращайтесь в офис продаж компании «Базис».